Десногорске явка составила 26%. За своих кандидатов на выборы в региональный парламент проголосовали 7718 человек. По итогам голосования лидером стал Михаил Лосенко. За его кандидатуру отдано 47% голосов. На втором месте Олег Каравашкин. Ему отдали предпочтение почти 24% избирателей. Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Галина Бородкина сообщила, что несмотря на поступившие в ходе голосования жалобы, которые в итоге не подтвердились, выборы прошли честно, легитимно и прозрачно. У нас на наших УИКах из 12 было на 10 участках были КАИБы, работали без сбоя. Единственное, что по закону должны были на 3 участках сделать перерасчет вручную. Перерасчет вручную показал, что действительно КАИБы работают правильно. То есть они настроены так, как, вот, будем так говорить, нужно. Без всяких там погрешностей. Если бы были погрешности, перечитывали бы вся область. В итоге места в областной думе 6-го созыва распределились следующим образом. «Единая Россия» займет в региональном парламенте 26 кресел, 12 мест у коммунистической партии, 6 у депутатов от партии ЛДПР и по 2 депутатских мандата у представителей «Справедливой России» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.